За последнее время объем экспорта товаров из Кыргызстана в Татарстан увеличился на 15%, а общий товарооборот превысил 200 миллионов долларов. Обе республики выражают взаимный интерес в укреплении торгово-экономического сотрудничества. Площадку для двусторонних встреч бизнесменов создала торгово-промышленная палата, организовав Кыргызско-татарский бизнес-форум. Татарстан очень такая мощная индустриальная страна, у них развит очень много секторов, у них очень сильно развита и наука, промышленность развита, автомобилестроение, мы знаем вот знаменитые КАМАЗы, они там производятся, да, у них авиастроение есть, то есть точка соприкосновения очень огромная, тем более учитывая то, что это близкий нам по духу народ, по языку народ, по вере народ, да, и у нас очень хорошие отношения, они строятся не только на основе глав наших государств, правительства, а еще строятся на основе наших тесных взаимоотношений между бизнесом, между предпринимателями. Да? И перспективы очень хорошие. Предприниматели из Татарстана готовы закупать экологически чистую сельхозпродукцию, сделанную в Кыргызстане, а взамен делиться своим передовым опытом в различных сферах. Взаимовыгодные контракты смогут внести в экономику страны существенный вклад. Наши предприниматели инвестируют в Кыргызскую республику, но и со стороны Кыргызстана есть бизнесмены, которые рассматривают как площадку дальнейшего развития своего бизнеса в Российской Федерации. И проведение вот таких встреч между торгово-промышленными палатами, между нашими министерствами как раз дает возможность обмениваться постоянной информацией на сегодняшний момент. Сегодня мир очень изменчив, и то, что вчера ты увидел, уже утром может оказаться совсем другим, и лично дружеские отношения, уважительные отношения, и нам очень приятно, когда Российская Федерация, наш президент, когда Кыргызстан, говорим, господин президент Кыргызстана, значит, ну и в то же время Раис Республики Татарстан, и на постоянном контакте по всем вопросам, которые очень важным являются по части поддержки друг друга и развития. В рамках бизнес-форума обсуждалось множество проектов по поддержке двустороннего предпринимательства. Татарские бизнесмены намерены инвестировать в переработку нефти, минерального сырья и энергетику. Кыргызстан же готов предложить сотрудничество по многим направлениям. Для развития нашего товарооборота и промышленной кооперации на сегодня создаются совместные институты финансирования, открытые центры развития экспорта, предпринимаются шаги по разработке и внедрению новых приемлемых механизмов для льготного кредитования, совместных кооперационных проектов через различные национальные институты развития и банки. Имеющиеся меры требуют активизации финансирования ключевых национальных проектов развития, имеющихся интеграционный эффект с целью импортозамещения и локализации высокотехнологичного оборудования, инвестирования в научно-исследовательские инновационные проекты, которые позволят достичь технологического суверенитета как на национальном уровне, так и в рамках интеграционного объединения. Реализуемая в республике политика, системные и структурные преобразования и меры в рамках стратегических программ по развитию экономики способствуют формированию крупнейшего регионального рынка с огромным потенциалом. В рамках форума представители компаний Кыргызстана и Татарстана смогли побеседовать лично и обсудить перспективы взаимодействия. И в скором времени достигнутые соглашения смогут внести в экономику стран значимый вклад. Елена Ткаченко, Руслан Сабатаров, АЛАТО 24.